Идем кататься. В Челябинске готовят к открытию главный ледовый городок на площади Революции. Тему, как обычно, выбрали сами жители. В этом году она связана с космосом. На площади появились ракеты, луноход и даже инопланетяне. А горки украсили изображения планет. Главной фишкой ледового городка станет космическая подсветка. На иллюминацию скульптуры скатов закупили больше километра светодиодной ленты. Идет укладка ленты. Происходит это следующим образом. То есть есть специальный инструмент, который укладывает ленту вот таким образом. Центральный элемент ледового городка – световой тоннель, совмещенный с четырехскатной горкой. Здесь удалось уместить деревянные, стальные и ледяные конструкции. Как говорят художники-строители, подгонка всех частей заняла основное время работы. Зато результат должен порадовать горожан. Вся структура, вся наружная часть, кольца все подсвеченные. Здесь можно, и как и зона фотографирования, красиво вечером очень фотографируется. Тут можно и на площадку посмотреть, на проспект Ленина можно посмотреть. Лед для городка брали на Первом озере. По словам мастеров, в этом году они получили почти идеальный материал. Блоки получились прозрачными и не требовали дополнительной обработки. Посмотреть своими глазами на ледяную космооперу и покататься с горок можно будет уже с 6 часов вечера.